Наш город и далекую теплую Индию разделяют более 4000 километров. Однако есть способ сократить расстояние и совершить путешествие по этой стране чая и специй всего за час, как смотрите в нашем сюжете. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. До свидания. Среди дождливой российской осени захотелось ярких красок, запаха пряностей и зажигательной музыки, не спешите в турагентство. Записывайте адрес: МТВ-центр, 5-й этаж. И добро пожаловать в Индию, вернее, на выставку индийских товаров. Здесь вы не найдете ни товаров с этикеткой Made in China, ни брендовыми лейблами. Все, что представлено на выставке, сделано исключительно в Индии. Товары, которыми традиционно славится эта далекая экзотическая страна, от шелка до специй, от вас на расстоянии вытянутые руки. Кто-то найдет здесь для себя необычную одежду и обувь. Вот это кашмир, очень хорошо качество и очень красиво. Посмотрите, как это. Это недорого. Ну а кто-то предметы быта, украшения, мебель или просто удивительную атмосферу восточного базара. А может быть, даже настоящую сказку. Это лампа, где живет джин, она поэтому закрыта, потому что он может вылететь. Тереть я тоже не буду, потому что пока желания не загадываю. Кстати, сбыться многие желания могут прямо на выставке. Всегда мечтали об оригинальной татуировке без риска и боли? Будет исполнено. К вашим услугам индийский мастер по росписи хной. Держаться такая красота может около 2 недель. Что ж, глаза на выставке буквально разбегаются. Впрочем, порадуют товары и другие органы чувств. К примеру, продукты, которые точно не встретить на полках наших магазинов. Самый роскошный рис растет в Индии, в Гималаях. Это уже удивительно, и зовется он рисом басмати. Что в нем интересного для нас? В этом рисе повышенное содержание амилазы. Амилаза заменяет гормон поджелудочной железы. Единственный вид риса, который могут есть все диабетики в том числе. Он абсолютно идеален для плова, абсолютно идеален для гарнира. И любая хозяйка приготовит рисинка к рисинке. Итак, есть на что посмотреть, что послушать, а еще понюхать. Подходить к павильонам с косметикой, эфирными маслами и духами нужно с осторожностью. Ведь оторваться от прилавка с такими драгоценностями очень непросто. 100% натуральный, это дерево очень приятно. Конечно, передать ароматы через экран телевизора невозможно. Впрочем, вы еще успеете ощутить их сами. Выставка продлится до 6 октября.